Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новая ролевая игра от разработчика Ubisoft. Эта игра вышла недавно, сейчас быстро набирает популярность, и я ждал эту игру. Я также оставлял, получается, заявку на регистрацию, что типа вот, когда игра выйдет, чтобы меня уведомили, что она вот вышла. Она вышла, я увидел, я скачал, сейчас снимаю обзор. Здесь я все понятно, и хочу вот сразу в начале ролика сказать... Пока меня смотрит большое количество людей, так сказать, потом вдруг они у меня растворятся где-нибудь в середине ролика. Это офигенная, крутая, ролевая RPG игра Hack and Slash. В общем, все вот так в круг собрать и вот так вот сказать. Это очень интересная игра, на мой взгляд. Я не так и сильно люблю ролевые игры, да, где ты просто тупо там бегаешь, что-то собираешь и все в этом роде. Но скачав эту игру и поиграв ее, да... На своем Android-устройстве я могу сейчас открыто сказать, это очень крутая игра, которая меня заинтересовала. И, возможно, я ее даже не удалю и буду сам играть в свободное время, потому что она очень интересная. Давайте я объясню, что да как. То, что она вышла недавно, это все понятно уже, да? А то, что разработчик Ubisoft, тоже все понятно. Также, ребята, игра требует постоянного подключения к интернету и весит она не так уж и много. По поводу управления? Давайте объясню. Вот здесь у нас есть типа джойстика, аналог джойстика, так сказать, и мы вот так вот им управляем. Очень легко все управляется. Вот эта вот красная кнопочка, это наш суперудар. Вот так это все происходит. Это не одна только кнопочка у вас будет, дальше больше. И просто нажимаем на экран в любом месте, и мы производим вот различные удары деревянным мечом и щитом. Собираем также золотые монетки, и также вот за нами кто-то бегает. Это наш персонаж, ребята, помощник, так сказать. Уничтожаем различные бочки, чтобы найти больше золотых монеток. Уничтожаем, ребята, абсолютно все, используем суперудары и просто восхищаемся этой игрой. Довольно-таки очень все круто сделано. Вот вы, наверное, сейчас увидите сами, да? Ну, много раз я тоже говорю, что смотреть это одно, играть это другое. Сейчас просто я вот играю, и мне она нравится, я не знаю. А, босс, да? Чё, или не босс? И нет, просто, ребята, много всяких дурачков. Но мы сразу же используем суперудар, и здесь мы быстренько их уничтожаем. Вот и все, ребята, второй этаж зачищен, здесь мы получаем с вами карточку. Это вот мой герой. Пока что все деревянное, да, и щит, и меч, ну, дальше больше, повторюсь, в пятый раз, ё-моё, везде повторюсь, потому что, блин, забываю, что вдруг вы уже забыли то, что я вам сказал, и вы уже, наверное, забыли, да, то, что я вас просил поставить лайк, подписаться на канал, там, написать крутой комментарий, вот видите, вы уже забыли, а я говорил, поэтому, если вы не услышали, то вот повторяюсь. Здесь, ух ты, ё-моё, ну видите, я еще сам прохожу тренировочку на русском языке, где мне все, в принципе, объясняют, что да как. Давайте нажмем установить, остался еще один элемент и готово. Какой элемент? Вот, штаны, ребята, вот, ух ты, нифига себе, вау, нифига себе, теперь я со штанами, круто, снова же приключения и снова же деремся. Ты отлично справляешься, да? Я знаю, что я отлично справляюсь, но мне же игра понравилась, почему бы здесь не отлично не справиться? Я вот вижу, замечаю только, что сейчас, возможно, для кого-то будет это минусом и неинтересом. Это то, что здесь есть энергия, которая, походу, будет кончаться, и нужно время, чтобы ее ждать, чтобы она восстановилась. А если ты не хочешь ждать, ты можешь, в принципе, ее сразу как бы восстановить там за донат. Мне кажется, все вот так будет, да? Но сейчас уже более-менее начинает мне хорошо житься, потому что я уже нахожусь, ребята, в одежде, в штанах, и только вот деревянный меч у меня сейчас. Но это тоже не проблема, в скором времени мы его по-любому поменяем. Так, что дальше? Кого дальше мочим? Дальше больше. Сюда? Давай сюда пойдем. Так, уничтожаем все. Абсолютно все, ищем все. Так, используем суперудар. Так, здесь налетаем на крит везде, ребята, суперудар. Здесь у нас какой-то вообще другой монстр с щитом большим подошел. И здесь сейчас мы будем использовать суперудар. Бух, все разлетаются в щепки просто. Это очень-очень круто, ребята. Так, снова же они. Бежим дальше. Так, уничтожаем. И снова же дальше. Все, первый этаж как бы зачищен на ура. Двигаемся дальше. Второй этаж из двух. Здесь у нас бочки. Давайте их сразу же уничтожим, потому что я все разношу сразу, что находится в округе, рядом.
И здесь что мы видим? Много всяких скелетов и видим типа этого босса. О, блин, использовал суперудар случайно, но это у нас... Так, нажимаем. Все. Ё-моё, за считанные секунды просто, я не знаю, сколько секунд прошло, наверное, секунд 5-10, как я уничтожил абсолютно всех и этих скелетов вокруг, и вот этого большого монстра с этим деревянным щитом. Просто на ура, просто перфект, просто мы красавцы, ребята, что делаем вот такие вот ролики об этой игре, да? Завершен. Вот первая награда. Нажмем далее, да? Здесь я... Ну, блин, тренировочка, да? Без этой никак, без тренировочки. Поэтому будем пытаться как-то ее проходить. Естественно, также мы будем открывать с вами различные сундуки, где будем находить различные предметы, такие как мечи, либо что-то еще. Вот мы с вами, например, нашли сейчас что? Что? Это щит 7 уровня, да? И, блин, ты с такими вот сундуками еще больше интерес появляется. Вот если честно, это вообще проклятый щит. Так, нажмем выйти. Здесь мы полностью с вами не можем играть, потому что нам сейчас полностью сейчас только показывают, что нужно нажимать, так как мы с вами проходим сейчас эту тренировочку. И вот устанавливаем такого себе щит. Но мы до сих пор, ребята, по-прежнему находимся без хорошего меча и находимся с обычным деревянным мечом. Как видите, игра требует же постоянного подключения к интернету, и поэтому она немножечко подвисает в плане интернета. Если у вас, естественно, плохой интернет, то и будет у вас плохо работать и плохо думать эта игра. Как видите, у меня плохо все работает, так как у меня проблемка есть все-таки с интернетом. И это заметно, да? Я не знаю, что он сейчас вообще делает, он сплавляет там что-то, что-то крафтит сам по себе. Я даже сам не успеваю замечать, что он вообще делает, и... Мы делаем то щит, то это, то там ходим, блин, надо как-то быстрее пройти эту тренировочку. Я думаю, без тренировочки я быстрее пойму, что да как, чем с этой тренировочки, чтобы мне вот это меня больше всего бесит, вот это показывает мне, вот, нельзя нажать больше ни на что, там, ни на магазин, ни на что, пока не нажмешь на ту кнопку, на которую, в принципе, надо нажать в тренировке. Это капец меня бесит, ну... Вот так вот. А если, ребята, сейчас вас игра заинтересовала, да, если вам нравятся такие вот игры в таком вот жанре, ролевые игры, тем более этот разработчик Ubisoft вам всем известен, если вас это все заинтересовало, качаем по ссылочке в описании, не забываем, конечно же, ребята, о моей просьбе, и играем, проходим, и, блин, просто наслаждайтесь этой игрой с такой вот приятной, эпичной графикой, с уровнями, этажами, с оружием, с деревянными щитами, мечами. Можно так, ребята, бесконечно все говорить и высказывать. Также мы можем делать вот такой вот кувырот. Просто вот так свайпы влево, вправо и делаешь этот кувырот. И сейчас мы его быстренько уничтожим. Так, используем суперудар. И давай, еще чуть. Давай, еще чуть. Блин, еще палец у меня. Фух. У меня просто осталось очень мало жизни. И тут бац, я думаю, что я сейчас его не уничтожу, но у меня получилось его убить, еще себе жизнь немножечко оставил, но чуть-чуть, еще бы один удар от него, я бы сдох. Но мне повезло, да. Уровень завершен, первые награды, все опять по кругу, все, остальное, ребята, ход за вами. Игра понравилась, качаем, проходим дальше, пишем свои комментарии по поводу этой игры, какая она крутая. Да, возможно, вы здесь найдете какие-либо баги, лаги, зависания, либо какие-то недостатки, но это никак без этого вообще, мне кажется, каждый геймер какой-то, да, по-любому найдет какой-то недостаток в этой игре. На момент того, что я сейчас играю, именно вот на этот момент тренировки, я пока что не нашел никаких недостатков, только в том, что здесь есть энергия, которая, походу, будет именно вот так вот пополняться, как я вам говорю, нужно выйти из игры, там час подождал, она пополнилась, зашел, либо же за донат, это, конечно, плохо, но все равно, ребята, без этого сейчас вообще во всех играх никак, тем более она с интернетом, блин, капец, все, да, тоже все, всем благодарность за просмотр, до скорых встреч и пока, потому что, мне кажется, о, у нас новый меч, наконец-то. Ну, я думаю, с мечом можно сейчас пару монстров убить и, в принципе, смело можно со спокойной душой завершать обзор этой игры. Ё-моё, нифига себе, мы с вами за такой маленький период, именно за период тренировочки, нормальненько так с вами прокачали нашего героя. Был в трусах, а теперь... Без трусов, да еще и полностью в одежде, был с деревянными мечами, щитами, сейчас не с деревянным мечом и не с деревянным щитом, все из стали, все изумрудное, ё-моё, гангста бичи, капец,
Фух, я аж вспотел, блин. Да. Жестко. Ну, интересно. Давайте попрощаемся. Это все. Всем спасибо за просмотр. Ох ты, ё-моё! Нет. У меня есть еще новый суперудар. Давайте посмотрим, какой. Вот, типа, какой-то яд я выпускаю. Ну ладненько. Есть теперь у меня две кнопочки для суперударов. Такой вот красный эффект, да, который все отталкивает в округе. Есть, ребята, яд. Яд, который я пускаю воздухом. Да, вот, посмотрите, вот такой вот. Фух. Ну, он очень слабый, ребята. Очень мало урона забирает. Я больше урона наношу, нанося своим мечом, чем, блин, вот так вот, да? Но все равно, ребята, все равно это круто, это круто, это круто. И это все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.